скину. А если катка попадает на YouTube, вы все помните, ребята, что нужно сделать? Нужно поставить Лукаса и поддержать меня. Спасибо. Кем любишь танковать? Люблю танковать... да не знаю я. Я не люблю танковать. Я люблю убивать. Чё блинк не купил? Мне не нужен будет блинк. Здорово, ворог, здорово. Я 3,5 часа уже стримлю, ты только сейчас пришел. Ребята, кто не в курсе, в группу мою вступите. Калачик, пожалуйста, скинь. А, ты уже скинул ссылку. А, бот скинул ссылку. Спасибо, бот. Локи перед зимней спячкой. Локи после бабушки. А, я понял, понял, да-да-да. Я что-то не подумал, да. Собери ауф танка. Да, можно попробовать. Но это все в нормалах, естественно. Ну так вот, заходите на мой... на мой YouTube. И поддержите YouTube, пожалуйста. Можно стелить контент о Митхимо. А кто это? Ураган 1 минус, очень манозависимый. Да, трансу, блин, нельзя на него собрать. Но он мана зависимый из этой штуки. Блин, да скин топовый, чё вы? Посмотрите, он как охрененно выглядит. Подписался на YouTube, спасибо. Книга Тота? Блин, можно попробовать, кстати. Охо-хо, Митхи довольно большой ютубер по смайту, но у него, по сути, весь контакт на рофлах построен. С недавних пор с харезами работает. Да ладно. А, я понял, понял, коллега. Не-не-не, я на него подписан, да, и смотрю, смотрю, это классный чел. Мне предложили делать гайды, как, ну, в его стиле, так сказать. Я хочу попробовать. Все время никак не найду. Спасибо за подписку на арте. Спасибо за подписку с Лисик. С Лисик, спасибо большое. Добро пожаловать на наш стрим. Беги, алло. Лол. Лол. Найс. Фрейз. А скиньте под луки сильно автоатачит, вроде лезвия вместо стена каких-то. Ну да, у него идет прибавка к дэмэджу. Сейчас я тебе покажу. В рейтинге просто рофлить, видите, не хочется, чтобы собирать его в рофл какой-нибудь. Но можно попробовать его. Спасибо за подписку на арте. Спасибо, Супербонч. Добро пожаловать к нам на стрим. Добро пожаловать всем, ребятушки. Ну, вы очень поздно пришли, правда, 3 часа я уже больше стримлю, 3,5. А, ну хотя вы вовремя пришли, жуки, на розыгрыш. Всем привет, здорово, Саня, здорово. Розыгрыш, по поводу розыгрыша, ребят. Розыгрыши после каждого патча. Я вот сейчас пока буду разыгрывать почту, чек, но может быть мне уже новые скины пришли. И мы что-нибудь будем придумать. Среди сабов отдельный розыгрыш, сразу говорю. Поэтому если у кого-то есть Twitch Prime, можете юзать... Будете выигрывать, будет вкусно. Жук, я знаю то, что сбить хотел. Да мне больно, блять. Больнее, чем обычно. Бля, они так их надамажили, а я тупой убежал. Почему Ганеш левел выше, чем у Хатимана? Не знаю, так повезло.
Ай, блядь. Дальше на линии стоит, да, как вариант. Ну, скин очень крутой, особенно вот эта штука. Классная, классная. Да, так что, ребята, кому не впадло, ютубчик, мне впилите Лукас, пожалуйста, и подпишитесь. И на твичевский тоже. На твиче, у кого есть лишний твич прайм, замутите мне, возьми перчатку, помоги своим. Ты мне просишь сделать руфл билд, а потом... Спасибо за подписку на арте. Мидлис 56 ЕА, спасибо, пожалуйста, добро пожаловать нам на стрим. Располагайся поудобней. А ты ж мне говоришь рофельный, что-нибудь рофельное собрать. Если больнее, чем обычно, то попку больше надо разрабатывать. Мажай, ты ж меня просил что-нибудь рофельное собрать. Lully moves. Oh, yeah. Хорош. Хорош. Нифига себе, Кри уже почти тысячу надо. Не, он больше надонатил, просто месяц обновился. И типа... Ну, понял, да? И у него сбросилась та сумма, которая была в том месяце. Нафиг этот прибыл. Спасибо, спасибо, Никахики. Спасибо, добро пожаловать к нам на стрим, Чанский. Чему самый редкий АДК Купидон? Разве не Херон? Ну, нет. Нет, я считаю то, что все-таки Купидон. Одна перчатка не мешает этому, а потом на топ дэмэдж. Сбрасывался? Так это ж не я делаю, это Прога сама делает. Я, конечно, сделаю потом так, что каждый месяц обновляться будет. Сейчас вот этот месяц кончится. И со следующего мы нормальную доску с топ-донатами сделаем, потому что стали много донатить. Я вообще очень рад. У нас появились ребятки, которые меня поддерживают. Это вообще охуительно. Думаешь, перчатка не помешает? Посмотрим, что сейчас посмотрим. Сейчас мы пока врываемся в топ-киллы. Да, вижу раз 20, а Херон раз 30. Да, я вообще не вижу Купидона. Херон знает. Нет. Ну это он зря полез. А я что, знаю, что ты стайки собираешь, ты же молчишь. Куча си. Я понял. Помогите мне, ребят. Будьте так. Доиграл сыра. Локиша настроили лутый. Вообще-то раза три. А, ты на стриме. Понял. Блин, правда, ну сорян, тогда мой косяк. Зато в каждой катке чернобок. Ну, майор, он новый танк. Ой, новый АДК, новый бог, хотел сказать мне танк. Все его пикают сейчас. Это типа норма. Так хотелось синий забрать, если честно. Ты почему ты двойкой бьешь без пассивки? Не знаю. Толстый лук, пиздец. Так, я на баскаком мне рейтинге может идти. Возможно, именно я вижу чаще Купидон, чем Херона. Ну, не знаю. Я буду 10-м, им играть не понравится, доказывают ты пассивки. Блять, не поймал. Поняли, да, что за рофл хотел сделать, но не вышло.
Куда, блядь? Что? Говорит, играешь в казуалах, парень, часто встречается в конкретной ранке. Да, я... А, это не мне, наверное, да? Я просто тоже не играю в казуалы, поэтому не знаю. Может, в казуалах кто-нибудь берет его? На реакции. Лул. Ай! Три раза играл, но лучше не играй, лучше поднатаскаться, если ты не так давно играешь, а потом уже играть. Был блин, как убил бы Хатимана, правда, сам бы сдох. Ну вот видишь, какой в этом смысл. В этом смысла никакого нет. Но в любом случае, мы сейчас соберем себе жиробаса дамагера и будем кабины развалить вообще в ноздрю. Привет, Евгений, можно где-то посмотреть все матчи за несколько дней? А, привет, Катерина, какие все матчи, ты про чё? Давно тебя не было, так? Я рад тебя видеть, приветики. Ты почему-то стала под конец стрима приходить. Будешь реально толстый, Локи. Я просто играл... А, я играл так много, что сбилось со счета. А, слушай, не знаю. Убиваем их с руки. Хорош, хорош. Очень крутой ульт, очень крутой скин. Запись стримов на Твиче есть. Я их закрыл от фолловеров. Только сабы могут смотреть, сорян. Лул. Неплохо мы сыграли, Снейт вообще. И музыка сразу такая. Взяла пенту на черносливе. Хорош, чернослив хороший. Пенту умничка. Насчет пенты вообще умничка. У меня пент немного, кстати. 5, по-моему, всего. Или подожди, квадрокил, да, квадрокил 4, пентакил 5, да, вот у меня штук 5 их. Хорошо в роль под башню, да, красиво было, ребят. Мари, не забрал тебе крипчик, или ты уже настакался? Ты уже настакался, блин. Это моя вторая, хорош, хорош. Хотим, мэн, 10 левела. Хочешь, я тебе прилетит с единички тебе? Плохо, очень плохо, очень плохо. Кулдаун жалко был во время файта. Хорош, распилил его просто. Блин, он ржет просто, Локи. Так нельзя играть, почему? Он нормально гасится. Так, сейчас, ребята, 5 сек, кто-то звонит. Алло. Да, здрасте. Нет, сейчас неудобно. Давайте завтра. Только во второй половине дня, только не в первой. Хорошо. Ага, спасибо. До свидания. Ебитесь, блядь, меня.
Ну ты зверюга, так это ж Локи, ё-моё. Это типа пассивка в спину от Локи досталась, надо было, блин. Да зачем мне, блин? Нет. Мне не нужно, мне нужно ребятам помочь хоть как-то. Я не собираю ни ауры, ни хера. Понимаешь? Хорош. Крипы успеют прийти, мы успеем ему еще лицо сломать. Wait. Давайте убьем Феникса и все будет чики-пуки. Кем работаю? В интернет-провайдере работаю. Бля. В интернет-провайдере работаю. Рука мгновенно возьми для появления, не жду. Не жду. Что за рука мгновения, подожди. Ой-ой-ой, хилиться живет, хилиться живет. Блин, единичку бы сейчас бам, такой взорвал бы. В интернет-компании работаю в технической поддержке, короче, грубо говоря. Поэтому донатьте мне вообще по возможности, ребят. Это шутка. Шутка-минутка. Не рука, а руна, телепорт. Эй-эй-эй. Осадили быстро коней. Че, обалдели? Охренел, блин. Только не говори, что в РК. Чего? Нет, 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 нет. Это наши соперники. Нормально все по урону. Как к вардам телепорти... А, я понял, понял. Где 30 побед точно есть, может больше, но меньше бы играла, я реально много часов удалось. Умничка. Ну ничего страшного. Они пока отвлекутся на крипов. Бля, не-не. Антихил? Какой антихил? Дамаг. Нормально все по дамагу. Застань его, пожалуйста, хоть чем-нибудь. Отличный. Изи катка. А в чем сила у Канга? В его ульте и в отхиле после ульты. Очень жесткий. Плюс инвиз. Читерно. Ну жестко, жестко он надамажил. Поэтому нужно поставить лайк и подписаться на канал обязательно.